Вводное слово небольшое, которое не касается самой лекции. Значит, поскольку тема достаточно специфическая, то я должен объяснить, откуда эта тема появилась, зачем она нужна, в общем-то. Буквально неделю назад в городе Кургане началось, начались очередные городские археологические раскопки. Ведутся они в очень интересном месте. Ведутся они на улице Куйбышева прямо непосредственно рядом с домом музея Кюхельбекера. По сути, это та самая усадьба, где когда-то Кюхельбекер жил, где затем жили польские сыльные в конце 19 века. У нас на данный момент это будет 11-й год городских раскопок в городе Кургане. И с прошлого года мы пытаемся осмыслить, зачем эти городские раскопки нужны, что они дают, какая из них получается информация, что они добавляют нового по сравнению с тем, что мы видим в музейных коллекциях или из того, что мы можем прочитать, допустим, в книгах, в архивных источниках, архивных документах. И вот то, о чем я сейчас буду говорить, хотя здесь стоит моя фамилия, это на самом деле плод работы как минимум трех человек. Это Игоря Новикова, заведующего археологической лаборатории, и двух студенток. Нашей магистранки Анастасии Первухины и бакалавра Елены Янченко. То есть это, по сути, работа коллективная. И вот эта коллективная работа, которая здесь представлена в виде презентации, в виде картинок, в виде моего текста, она в конце декабря будет опубликована в одном из ведущих журналов по археологии в России, то есть по сути мы на вас немножко апробируем то, как эту работу понимают люди, не имеющие зачастую исторического образования, и то, что здесь будет понятно-непонятно. Начнем с терминов. Я постараюсь, конечно, терминов сугубо специфических избегать, но некоторые термины, они крайне необходимы, потому что иначе вы просто не поймете, о чем я говорю. Первое, это что такое городская археология. Если берем официальное определение, то это новая субдисциплина археологии, специализирующаяся на изучении материального прошлого городов. Когда эта субдисциплина появилась? Конечно, если мы посмотрим какие-либо документальные фильмы, особенно BBC, то мы увидим, что археологи раскапывали города с 19 века. Речь идет прежде всего, конечно, о раскопках античных городов. Если мы посмотрим даже учебники советского времени, то мы увидим, что раскапывали города средневековые, Киев, Новгород и так далее, так далее. Надо понять, что раскопки античных городов, раскопки средневековых городов по сути не является чисто городской археологией, это является частью либо археологии античности, либо археологии средневековья. Городская археология ⁇ это та археология, которая специализируется на раскопках городов 17, 18, 19, начала 20 веков, то есть то, что произошло за последние три столетия или четыре столетия в крайнем случае. По сути, еще 20-30 лет назад такая тема была бы просто-напросто невозможна. Де-факто и де-юре в археологии России, как и в археологии большинства европейских стран, к археологии относилось только то, что касается 116 века. 17, 18, 19 век изучают историки и археологи, археологи в общем, с общих позиций ничего нового здесь сказать не могут. Сейчас, в последние 20 лет, мы понимаем, что да, конечно, историки могут изучить массу интересных городских историй на основании архивных документов, но когда доходит до того, чтобы сказать, а чем же питались простые горожане, и как жили простые горожане, если мы говорим не о купцах, не об интеллигенции, не об управлении города, то на самом деле большинство историков о простых горожанах сказать вообще ничего не могут. Они практически не оставили никакого следа в письменных источниках, и как раз городская археология призвана во многом закрыть вот эту вот нишу, в общем-то. Это раз. Во вторых, необходимо понимать, что по современному российскому законодательству к памятникам археологии относится все то, что отстоит от наших дней на 100 лет. То есть смотрите нюанс какой. В 2016 году к памятникам археологии относится все, где жили люди, хоронили люди, проводили какие-либо обряды до 1916 года. В 2017 году до 1917 года. То есть, по сути, спустя два года, в 2018 году, памятниками археологии станут у нас объекты гражданской войны в том числе объекты, связанные с той самой битвой за Табул, которая развернулась вокруг города Кургана. Сейчас это еще не объекты охраны, но через два года это будут объекты охраны. И как и все памятники археологии, они становятся автоматически объектами охраны федерального значения. Каким образом археолог определяет, что, собственно говоря, этот памятник э, относится к археологии или этот объект относится к археологии? Как правило, это определяется по так называемому культурному слою. Культурный слой это слой земли на месте поселения человека, либо какого-либо другого памятника, могильника, культового места, рыночной площади, э, ремесленного предприятия, сохраняющий следы деятельности людей. Присутствие э, этого объекта можно определить на самом деле двумя способами. Первый способ это, собственно, способ сугубо археологический это способ, который подразумевает под собой проведение первичного обследования какого-либо потенциального объекта. На этом объекте забивается шурф. Шурф, как правило, это яма метр на метр, где по этому шурфу определяется наличие культурного слоя. Вот смотрите, в данном случае перед вами показан э, такой культурный слой на одной из усадеб на углу улицы Советской, улицы Пичугина, которую раскапали в том году в конце ноября. Раскапывали ее уже под снегом. Это конец ноября. А, собственно раскопки были достаточно экстремальные, потому что мы закончили их 25 ноября, когда ну, практически уже было 10 сантиметров снега. У нас такой опыт был впервые. Хотя в некоторых соседних городах, например, в городе Уфе, городские археологические раскопки проводятся круглогодично. Для этого над потенциальным раскопом строятся соответствующие палатки, делаются освещение, проводится специальное тепло, ставятся теплолампы, чтобы разогревать землю, ну и так далее, и так далее. Для нас пока, конечно, это экстрим. Вот то, что мы здесь видим, видите, как пирожок такой слоеный, собственно говоря, это как раз э, двор усадьбы, где вот эти вот коричневые слои, это слои э, дерева, которые... Это, это, Усадьбу устилали. То есть, когда эту усадьбу использовали, ходили там люди не по земле, а э, делали э, деревянный настил. И вот, собственно, то, что мы здесь видим, это 7 раз смена этого деревянного настила. Вот. А, при этом, что любопытно, это то, что перед тем, как делать первый настил, первый настил у нас самый глубокий собственно говоря, а, было выбрано достаточно большой объем земли то есть усадьба была углублена в данном случае. И между вот этими вот слоями земли у нас обнаруживаются различные артефакты. Артефакты это что такое? Это предметы, сделанные руками человека. В данном случае это керамика, это фарфор, это фаянс, это железные предметы, это монеты и так далее, и так далее. То есть по наличию вот такого вот культурного слоя, сохраняющего в себе следы деятельности человека, строительства либо его артефактов, мы можем определить наличие памятника археологии. Либо либо в некоторых случаях относительно, еще один пример, это усадьба Смольных на углу улицы Куйбышева, улицы Пролетарской. В некоторых случаях по отношению к городской археологии мы можем использовать не только традиционные способы определения культурного слоя, но мы можем использовать и данные картографии. Объясню. Большинство городов имеют свои городские планы. По вот этим городским планам мы можем определить регионы. И районы регулярной застройки. Вот это один из самых ранних планов города Кургана. Он относится к концу 1780-х годов. План достаточно интересен тем, что с одной стороны мы видим на этом плане уже регулярную квартальную застройку, которая характерна для города Кургана сейчас. С другой стороны у этого плана есть такой нижний слой. Он вот здесь находится по берегу Табола. Там, где улица Климова, улица Куйбышева. Видите, там такие пятна более яркого цвета. К сожалению, не очень хороший, не очень большой экран, но вот эти вот пятна, которые вот здесь идут, это на самом деле то, как этот картограф 1780-х годов, разрабатывая план регулярной застройки города Кургана, видел нерегулярную застройку Слободы Царева городища. То есть, собственно говоря, по этому плану мы можем четко определить, где у нас были жилые дома, где у нас были какие строения не городского характера, а именно слободского характера. И вот исходя из совпадения культурного слоя археологического и исходя из картографии, определяются границы культурного слоя. Исходя из этого, эти границы культурного слоя затем могут быть названы, как сейчас в городе Кургане это сделано, археологический памятник, культурный слой города Кургана 18-19 веков. То есть он затем становится памятником археологии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теперь немножко о самих раскопках. Значит, на данный момент в городе Кургане, еще раз повторю, раскопки уже проводятся на протяжении 2011 э, -го года. То есть в том году мы праздновали юбилей, все с этим проводили круглый слой, стол. Э, у нас проведены 8 раскопов, достаточно больших, в различных районах города Кургана. В основном, ну вот смотрите, если брать по карте. Это улица Климова, улица Куйбышева на всем ее протяжении, улица Советская. Собственно, выбор улиц предельно понятен. Это три улицы, улица Климова, улица Куйбаша, улица Советская, это три древнейшие улицы города Кургана. На них сосредоточены все наиболее ранние дома. И эти же три улицы в той или иной степени использовались еще на слободском этапе. Поэтому понятно, что эти три улицы у нас являются наиболее насыщенными культурным слоем и потенциально дают самую большую информацию. Вот эта вот красная линия, красная линия, которая здесь указана, это то, как сейчас э, с позиции законодательства определен Определенные очерта, очертания культурного слоя. То есть те кварталы, которые входят в этот самый культурный слой. Чтобы было понятно, значит, как проводятся раскопки сами по себе? Городские раскопки вообще вещь крайне специфическая, крайне сложная. Связано это с тем, что помимо слоев 18-19 начала 20 века, везде в городе у нас очень насыщенный слой советского времени. Как правило, он насыщен колоссальным количеством мусора. Зачастую это современный асфальт, современные кирпичные застройки, поэтому по принятым планам, правилам археологии вот этот верхний слой, он, как правило, снимается с помощью техники. То есть вот здесь вы видите его с краю. Интересно, почему у меня мышки не видно там? Можно ручку, Владислав? У меня мышки там не видно, да. Извините. Да, почему-то здесь у меня мышка есть, а там у меня мышки нет на экране. Извините за накладочку. Да да, 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 да. Спасибо большое. То есть вот это вот с краю то, что мы видим, это убранный современный слой, а затем, собственно говоря, развивается уже раскоп и проводятся раскопки по всем правилам, так же точно, как они проводятся в полевых условиях, когда мы раскапываем памятники не современные, а памятники эпохи бронзы, неолита там и так далее, и так далее. Раскопки проводятся послойно, как правило, слой это 10 сантиметров. В общем, почему слой 10 сантиметров? Потому что перед тем, как проводить археологические раскопки, вначале мы проводим достаточно большие архивные изыскания. Зачем они проводятся? В отличие от памятников неолита, памятников бронзы, памятников раннего железного века, в городе Кургане, как и в любом другом городе, мы проводим раскопки не абстрактного объекта, а мы, как правило, четко понимаем, что конкретно здесь в такое-то время жил купец такой-то, до него жил мещанин такой-то, до него жил крестьянин такой-то. Мы очень хорошо знаем их по именам, по фамилиям, по отчествам. Мы по архивным материалам можем себе представить, чем они занимались, кто из них был торговцем, кто из них был ремесленником, кто из них там занимался сельским хозяйством, например. Кроме того, мы достаточно неплохо по архивным документам можем определить то, что было у них на усадьбе. В данном случае под усадьбой имеется в виду конкретная часть городского квартала, которая, как правило, была огорожена забором, на которой был жилой дом и были затем различные дополнительные надворные постройки. Количество этих построек зависело, естественно, и от размера усадьбы, и от э, того, насколько богат был ее хозяин. То есть, собственно, когда мы приступаем к раскопкам, мы предельно прекрасно понимаем, у нас жил здесь такой-то человек, он занимался вот этим, и у него был такой-то дом и так далее, и так далее. И когда мы обнаруживаем какой-либо объект, мы, в принципе, можем предположить сразу же, что мы нашли либо жилой дом, либо нашли флигель, либо нашли магазин, либо нашли что-то другое. Однако периодически у нас раскопки выводят на очень любопытные находки. В чем любопытство находок? Дело в том, что насколько бы мы не пытались углубиться в архивные изыскания, в общем-то более... Менее неплохо город Курган представлен только тогда, когда город Курган стал городом, то есть после 1782 года. До 1782 года архивных источников по городу Кургану крайне мало. Нас как археологов прежде всего интересует, естественно, что же было в городе Кургане до города, когда была слобода. И вот в данном случае, раскапывая усадьбу купца Серова, это улица Первая Заводская, практически на углу с улицей Куйбышева. Э, усадьба эта была очень хорошо известна. Купец Серов был одним из богатых купцов города Кургана. Что любопытно, как и многие другие купцы, он поддержал э, советскую власть. Оба его сына служили в Красной армии. И когда в 1919 году у купца Схерова пытались экспроприировать его усадьбу, то его сыновья пришли из армии, принесли э, значит, специальные бумаги от своих полковых командиров. Там полковые командиры были уровня фрунзы, которые значит, написали городской администрации просьбу не забирать эту усадьбу, потому что сыновья этого купца отдали очень много сил на борьбу за красную власть. И эта усадьба была оставлена за, за купцом Серовым, он продолжал на ней жить до 25 года, до своей смерти. То есть мы в принципе предполагали, что у нас в основном будет купеческий слой, связанный конкретно с вот этим купцом. Вместо этого, сняв буквально 10 сантиметров, 10 сантиметров у нас пошли вот такие вот деревянные плахи, очень большие. Такие деревянные плахи, они не характерны для застройки 19 века. 19 век старался весь строиться на кирпичном фундаменте. Дерево просто так на землю уже не ложили. Связано это было и с тем, что город богател, поэтому дома в основном были двухэтажные. Построить двухэтажный дом чисто на деревянном фундаменте проблематично. Кроме того, город несколько раз в 19 веке выгорал. Выгорали многие кварталы по улице Куйбышева, по улице Советской. И поэтому большинство купцов старались хотя бы первый этаж делать в обязательном порядке каменный. Здесь у нас сразу идет чистое дерево. Причем дерево очень любопытное, значит, очень толстые стволы не характерно, опять же, для более поздней застройки. И когда мы дальше начали вскрывать это все, то оказалось, что кроме вот этих деревянных плах у нас два уровня пола: пол очень тоненький, чистовой, под ним слой керамики, где причем горшки были специально взяты и разбиты и разложены, а под ним черновой слой из толстых плах, где-то в некоторых случаях это бревна, в некоторых случаях это очень плохо обработанные доски. То есть по сути мы нашли то, что в 18 веке называли теплым полом. Пол сделан из двух слоев. Первый слой пола толстый, затем его засыпали керамикой, засыпали различными сухими отходами, тем самым делали абсорбацию этого пола, делали отведение влаги, затем сверху ложили чистовые доски, и в таком доме даже в зимний период пол сохранял свою температуру 17-18 градусов. То есть по нему можно было вполне нормально ходить. Такой пол характерен для застройки, например, тех э, поселков, которые находятся вокруг Омска. И такой пол характерен для переселенцев из э, северных губерний. Из Архангельска и из ряда других северных губерний, собственно говоря. То есть в данном случае мы обнаружили усадьбу какого-то вот такого переселенца. Что, опять же, любопытно, когда мы дальше начали эту усадьбу вскрывать, то нумизматика этой усадьбы, а нумизматика для нас очень важный фактор, потом поясню еще почему, оказалось, что в основном это монеты 1730-х годов. То есть на данный момент, по сути, вот этот вот дом с теплым полом, это самый ранний дом, который нам известен на территории современного города Кургана. Это дом, построенный еще в период слободы царева городища, Построены, судя по находкам, каким-то отставным солдатам, потому что здесь в, вот в, в переслоечке мы нашли фрагменты трубки курительной. Трубка курительная ⁇ это характерный элемент для 18 века только для отставных солдат и отставных офицеров. Даже по этой трубке мы, в принципе, сумели определить, что, скорее всего, эта трубка была сделана на первом фарфоровом заводе в городе Москве где как раз с 1740-х годов начинается российское производство трубок, в то время как до 1740-х годов в основном трубки были все привозные. Это были трубки из Голландии, трубки из Германии, там, ну, из других европейских стран. А с 1740-х начали у нас производить их, собственно говоря. Для не солдат, не офицеров эти трубки были не характерны. То есть в основном э, трубка была предметом экспорта, предметом экспорта элитного. Табак стоил очень дорого. То есть отставной офицер или отставной солдат, который жил в этом доме, должен был иметь достаточно неплохую военную пенсию, чтобы позволить себе покупать еще и табак в 18 веке, который, еще раз повторю, был только экспортным. Есть у нас раскопы, которые мы проводили и не только на усадьбах именно жилых. Есть у нас достаточно интересный раскоп, который был проведен на городской усадьбе купеческой семьи Шишкиных-Смолиных. Шишкины-Смолины, наверное, одна из самых известных семей города Кургана. Это купцы первой гильдии богатейшие купцы города Кургана второй половины 19 начала 20 века. Им принадлежало значительное число городских заводов. Они были первооткрывателями в городе Кургане там и винодельческого производства, и пивного производства. Вкладывали колоссальные суммы денег в строительство церквей э, в меценатскую деятельность, поддерживали почти все школы города Кургана, то есть на самом деле были людьми такими достаточно известными. Э, к сожалению, нам не удалось раскопать их жилой дом, он располагается сейчас на самом углу Куйбышева пролетарской под асфальтом. Мы раскопали надворные постройки. Чем любопытны надворные постройки? Это надворные постройки не типовые. Это магазин, и так называемый каменный ренсковый погреб. Это то место, где торговали алкоголем и какими-либо водами, в том числе неалкогольными водами. То есть в данном случае это промышленное э, помещение. Э, интерес его в том, что смолины не только ввозили экспортные продукты, они в том числе производили очень большое количество напитков в городе Кургане. Под звездным у них был пивной завод, первый пивной завод города Кургана, от которого вообще прошло пивное производство. И те находки, которые были сделаны здесь, они характеризуют, собственно, не столько именно жилое пространство, сколько они характеризуют вопросы экспорта, импорта, производства города Кургана и вопросы востребованности каких-либо напитков в городе Кургане. Еще один раскоп у нас очень большой был на месте усадьбы Галеева. Это глава курганской мусульманской общины в конце 19 начала 20 века, который за свой счет построил в городе Кургане мечеть, первую курганскую мечеть, собственно говоря. Усадьба чем интересна? Если первая усадьба у нас это были купцы, это был отставной солдат. Если вторая усадьба, это у нас были купцы, но производственные места, то вот эта усадьба, это усадьба мещан и крестьян. Галеев был крестьянином, его соседи были мещанами. Они занимались обувным производством. То есть у нас такой получается очень интересный социальный срез. Мы можем попробовать сравнить, что было характерно для крестьян, что было характерно для мещан, что было у купцов, что было у основных военных. Отличались ли они по тем предметам, которые они используют. Теперь о конкретике того, что мы находим. Конечно, больше всего нас интересует нумизматика. Поясню почему. Отнюдь не потому, что это хорошо показывать. И отнюдь не потому, что как раз эта часть предельно понятна всем, даже не историкам. Дело в том, что нумизматика в городской археологии это один из важнейших способов э, понять, каким образом датируется какая-либо находка. То есть понятно, что если мы раскопали дом, и под фундаментом этого дома у нас находится монета 1730-х годов, то этот дом никак не может быть до 1730-го года. Понятно, да? То есть... Мы можем создать хронологию нашего участка по архивным данным, а потом соотнести это с хронологией по нумизматике и четко понять, когда эта усадьба принадлежала такому-то купцу, для него было характерно вот это. Когда он ее продал такому-то мещанину, этот мещанин использовал вот это. То есть мы можем сказать, что конкретные находки связаны с конкретными людьми города Кургана, и можем сказать, какой конкретно купец ел из какой посуды с помощью этого. Чем еще для нас увлекательна нумизматика? Тем, что эта нумизматика нам помогает решить одну большую загадку. И как кажется, мы к решению этой загадки сейчас подходим. Понятно, что слобода царева городища была построена на месте современных энергетиков. Непонятно, когда она была перенесена сюда, где находится сейчас у нас город Курган. Александра Михайловна Васильева в своей замечательной книге написала, что это 1695 год. Я пересмотрел заново те источники, на которые она ссылается. Это картография Ремезова, известного, по сути, первого сибирского картографа. Та карта, на которую Александра Михайловна ссылается, это карта не раньше 1697 года. Но, что любопытно, если мы берем городскую нумизматику, городскую нумизматику, то в городской нумизматике нет ни одной монеты ранее 1730-х годов. Нет монет 1710-х, 1720-х, нет монет Петра I, нет монет Екатерины I. Этих монет у нас нет вообще ни на одной городской усадьбе. В связи с этим возникает вопрос, как же так произошло, если Слобода в 1697 году переехала на первое место, и что 30 лет люди не использовали монеты? Нет, наверное, скорее всего, ситуация была абсолютно другая. Ныне покойный кровет Анатолий Деменович Кузьмин еще лет пять назад в дискуссии на одной из конференций предположил, что скорее всего Слобода переехала на это место несколько позднее. Скорее всего этот переезд был связан уже с событиями 1720-х годов. Почему? Мы должны понимать, что конец 17 века для Слободы Царева-Городища был временем очень тяжелым. Это была передовая Слобода в русских оборонительных линиях. По сути, постоянное нападение кочевников приводили к тому, что жители Слободы не могли жить за пределами четко укрепленных стен. То есть, собственно говоря, если у жителей возникала идея переноса Слободы, то необходимо было вначале осознать, Слободу на том месте укрепляли, делали башни, делали стены, чтобы перенести это все на новое место. Мы вначале должны с вами отстроить новые стены, новые башни, новые ворота, построить новые укрепления, при этом поддерживая одновременно те укрепления. А в Слободе жило в лучшем случае 500 человек. Могли ли эти 500 человек позволить себе одномоментно поддерживать то, заниматься хозяйством, обеспечивать оборонительную линию и строить новую крепость? Вряд ли. Скорее всего, это могло быть только в более позднее время, когда постепенно русские оборонительные линии на юге, на юге Западной Сибири выдвигались в Притоболье, когда Слобода Царева-Городища получала гораздо большую поддержку, когда был увеличен гарнизон когда выросла численность населения, собственно говоря, это население могло себе позволить какое-то время поддерживать старую крепость и переносить новую. Все эти события произошли в конце 1720-х годов, и на данный момент нумизматика позволяет говорить, что если даже Слобода была перенесена, то перенесена была только в 1720-е годы. Поэтому нумизматика появляется с начала 1730-х годов. То есть в данном случае нумизматика нам позволяет решить и одну из наших исторических загадок. Теперь по материальной культуре. Конечно, как обычно у археологов, самая частая находка это керамика. Понятно, что большинство керамики, как обычно археологи, находят вот в таком вот виде, чтобы было понятно. Мы редко находим целые горшки. То, что мы находим, очень сильно разбито. Другое дело, что можно сказать, так сходите в музей, посмотрите керамику там. К сожалению, в музеях города Кургана, в музеях э, наших районов, как, кстати говоря, и в музеях Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, нет керамики 18 века, нет керамики 19 века. Керамика это то, что представляло себя массовое производство, не очень интересное для музейной презентации. Она была предельно простая, она была не украшенная, но эта керамика, ну вот самые типовые примеры, это горшок, вот, эта керамика позволяет нам говорить, э, во-первых, о том, как она производилась, во-вторых, она позволяет нам говорить о том, для чего она использовалась, в-третьих, она позволяет нам рассуждать, была ли керамика импортная, там, экспортная и так далее, и так далее. Что мы здесь видим? Э, с 1740-х годов вся керамика была леплена на гончарном круге. Поясню, если сейчас для нас гончарный круг это что-то абсолютно понятное, то для многих слобод Юго-Западной Сибири э, гончарный круг это был предмет профессионального производства. До появления профессиональных ремесленников большая часть керамики лепилась вручную, она была очень архаичная. В некоторых случаях на юге Западной Сибири, например, в наших районах, мы сталкиваемся с керамикой, аналоги которой мы находим в Пскове, в Новгороде 11-12 века. А у нас эта керамика датируется 18 веком, то есть она была предельно архаичная. То есть сам факт того, что вся керамика, которая у нас, это керамика, лепленная на гончарном круге, означает, что были профессионалы-ремесленники, которые могли себе позволить потратить время только на производство этой керамики, профессионально ее слепить. Были люди, которые могли это покупать, соответственно, они занимались чем-то другим, чтобы получить деньги для покупки этой керамики. Горшки это типовой предмет, таких горшков больше всего в городских раскопках, это то, в чем варили. Каши, бульоны, супы, у нас очень интересно есть сейчас проект с тюменскими археологами. Вот сверху видите, покрыт такой неровностью. Это нагар. Нагар это то, что получается, когда пища либо выгорает, понятно? Либо гончарный горшок все-таки неровный, когда пища подгорает внутри горшка. По этому нагару потенциально мы можем определить, что последний раз варили в этом горшке перед тем, как он попал в землю. То есть на самом деле потенциально с помощью этого нагара мы можем определить хотя бы приблизительный приблизительно меню горожан города Кургана или жителей Слободы города Кургана и понять, что это были у нас э, супы, каши, молочные там какие-то вещи и так далее, и так далее. Рядом с ним вот этот предмет. Это тоже достаточно традиционная посуда, называется латки, или латки, извините, наверное, подали латки, скорее всего. Это то, что использовалось для, допустим, соления грибов, для квашения капусты, э, для подобных вот э, вещей, тоже достаточно много такой керамики. Есть чашки. Собственно, что такое чашка? Это тарелка. Это то, из чего ели непосредственно. Они есть разных размеров. Есть чашки очень маленькие по размеру, которые явно относятся к категории детских. Миски, собственно говоря, если правильно говорить по терминологии 19 века. И есть еще ряд достаточно интересной посуды, которые использовались в том числе для переработки молочных продуктов. То есть посуда позволяет нам, хотя и вот такая вот очень фрагментированная, достаточно четко определять э, то для чего эта посуда использовалась, то как она использовалась, ну и потенциально определять там меню горожан. Очень много находок у нас это находки стеклянные. Стеклянные находки связаны как с местным производством, так и, собственно, с привозным. Ну, в общем-то, здесь мы выбрали для вас только то, что имеет клейма. Почему клейма важны? Потому что по клеймам можно четко понять, откуда происходит это стекло, что в нем безли. Ну, вот, допустим... Клейма Гельмиха из Екатеринбурга ⁇ это известный производитель искусственной минеральной воды, который производил минеральную воду в конце 19 века в абсолютно колоссальных масштабах. Он был самым крупным производителем минеральной воды в современном Уральском, в уральском округе. То есть, собственно говоря, его вода продавалась затем по всем городам, бутылки его были тоже абсолютно типовые, они изготавливались прямо под его производство, то есть специально под него это делали. Вот эти вот клейма более интересные. Это клейма из Зальцбурна. Зальцбурн это известный австрийский минеральный курорт. Про него очень подробно пишет Антон Павлович Чехов, который очень любил там лечиться и всем рекомендовал своим подругам, с которыми он переписывался, лечиться обязательно там. Потому что э, минеральные воды Зальцбурна э, были одними из самых полезных, одними из самых популярных. Э, находки бутылок с такими клеймами говорят, что эта вода вывозилась на экспорт и продавалась в пурганских магазинах и была достаточно популярна, судя по тому, сколько мы таких клеем находим. Их колоссальное количество. Завод Смирнов и компания. Я думаю, не надо говорить, что производил Смирнов и компания в конце 19 века. Самый известный производитель в Российской империи – водки. Да, кстати, что любопытно, находок клеем Смирнова меньше, чем находок Гельмиха или находок, допустим, Зальцбурна. То есть минеральную воду скупали в гораздо больших масштабах, чем крепкие алкогольные напитки. Есть э, некоторые клейма, которые мы в принципе не можем определить, что это такое. Мы на самом деле не знаем. Вот, например, бутылек. Э, то есть такое клеймо мы пока на данный момент интерпретировать не смогли. Но более интересные клейма вот эти вот. Это клейма заводов братьев Менщиковых. Это то самое, что сейчас называется поселок Стеклозавод. Если поедем из Кургана в город Тюмень. Там, где находится Боровлянка, вот этот вот район. В свое время в поселке Стеклозавод стоял самый крупный стеклозавод в Курганском уезде. Он производил в течение года до 18 тысяч предметов стеклянной тары. Входил в конце 19 века в пятерку крупнейших заводов, расположенных за Уралом, работал в том числе на государственный заказ. Братья Менщиковы были в очень тесных дружеских отношениях с Шишкиными-Смолинами. Это показывает и потому, сколько на самом деле тары братьев Менщиковых у нас найдено. Кстати, обратите внимание, тара братьев Менщиковых еще любопытна и тем, что она с годами. Можем четко определить, как, в каком году какая бутылочка была произведена, произведена. Но самая наша классная находка это вот это. Это кусочек бутылки завода братьев Менщиковых, пивозавода Смолина в Кургане. То есть, собственно говоря, это специальная тара, которая производилась теми же самыми братьями-менщиковыми специально для смолина, специально для разлива пива. Первого тогда пива, которое производилось в городе Кургане, еще когда не было завода Гампля, когда-то Гампль начинал простым управляющим именно вот на этом заводе Смолиных. А только после этого открыл тот пивзавод, который нам сейчас известен, собственно говоря. То есть, э, вот эти вот стеклянные находки, они показывает нам опять же и импорт и экспорт и производство местное и собственно говоря показывает употребление то какие напитки были популярны какие напитки менее популярны то есть открывает нам другую сторону пищевого рациона не продуктового а вот такого вот питьевого почему столь много стекла почти все стекло у нас происходит с одного участка, это с участка вот этого Смолина, там где был магазин. Дело в том, что в конце 1880-х годов деревянный магазин у него сгорел, и вот та тара, которую мы здесь обнаружили, это тара вся одного слоя сгоревшего магазина. То есть магазин сгорел, крыша упала на вот эту стеклянную тару, и у нас вся стеклянная тара может быть датирована очень четко, конкретно 80-ми годами. После этого был построен каменный магазин, и там тары уже нет. Там все чистенько, все хорошо, тары того времени мы просто-напросто не видим. Очень интересные предметы из стекла, это предметы уже бытовые, это э, вот такие вот э, кувшины, их в городе Кургане колоссальное количество, мы находим такие кувшины почти на каждой городской усадьбе. Что любопытно, это то, что такие кувшины есть для правой руки, есть специально сделанные кувшины для левой руки. Правой рукой кувшин это взять невозможно просто-напросто, то есть специальное производство для левшей. У нас как минимум два кувшина вот такие вот. Есть ручки от пивных кружек, как мы предполагаем, которые тоже сделаны под левую руку. То есть о левшах в то время явно заботились гораздо больше, чем заботятся у нас сейчас. Очень много находок это фарфор и фаянс. Фарфор и фаянс мы сейчас только начинаем разбирать. Это у нас абсолютно новое направление исследований. Дело в том, что большинство находок фарфора и фаянса у нас происходят происходит с двух усадеб усадеб на улице Советская, это усадьба Галеева и его соседи Мещане. Именно там у нас фаянс 90% всего, что мы нашли в городе Кургане. Фаянс любопытен чем? Опять же, он любопытен клеймами. То есть, каждое клеймо четко показывает нам, на каком заводе производили конкретно этот предмет, откуда его привозили, когда производили. Некоторые вещи очень любопытные. Вот такие вот фарфоровые игрушки, которые явно стояли на полочках и были достаточно популярным сувенирным украшением в домах горожан 19 века. По этим клеймам, опять же, мы можем определить то, когда у нас появляется фарфор-фаянс. Появляется он у нас первый в 1830-е и 40-е годы, но его очень-очень мало. А вот с 1850 года количество фарфора и фаянса резко увеличивается. О чем это говорит? Фарфор-фаянс – вещь чаще всего привозная. В Кургане и в окружающих городах его производства не было вообще. То есть, соответственно, с 1850-х годов даже рядовые мещане и крестьяне были достаточно обеспеченными для того, чтобы позволить себе покупать не только местную гончарную продукцию, но и покупать привозные фаянсовые фарфоровые предметы и пользоваться этими фарфоровыми фаянсовыми предметами. И постепенно к концу 19 века у нас будет уменьшаться количество нашей керамики, Зато будет резко увеличиваться количество фарфора и фаянса. Особенно, конечно, оно увеличится после 1894-95 года, после того, как через город Курган пройдет железная дорога. Она облегчит э, привоз в Курган э, предметов из других городов и уменьшит их себестоимость. Абсолютно, как мы считаем шикарные находки, у нас связаны с тем, что мы раскопали э, обувную мастерскую. Ну, к сожалению, мы год назад тут смутили людей на круглом столе, потому что посчитали, что мы раскопали обувную мастерскую 1790-х годов. К сожалению, мы передатировали это все. Это 1810-е годы. 20 лет разницы, к сожалению, получилось. Но это первая известная нам обувная мастерская. И, что любопытно, мы на этой обувной мастерской нашли и предметы для производства обуви, и нашли остатки самой обуви. Того, как, то есть можем сказать сейчас, в каких э, предметах ходили горожане, как эта обувь шилась, из какого материала. Обратите внимание, берестяные стелечки внутри сменные. То есть очень любопытные находки. В чем любопытство? Любопытство в том, что ни в одном городе Западной Сибири и Урала нет находок обуви 19 века. Такая находка имеется только в городе Кургане, а она абсолютно уникальна. Есть несколько находок в городе Тобольск, они более ранние 18 века, они характеризуют как раз более, более архаичное производство. И э, самое главное, даже там, где эти отдельные находки есть, они связаны с погребениями. То есть, как правило, это обувь, сохранившаяся на человеке внутри погребения. У нас это именно производство. То есть, мы можем разобрать эту обувь на элементы и понять, как она шилась. Когда мы сейчас начали с этой обувью работать, Анастасия Первухина, моя магистранка, пишет на эту тему сейчас статью отдельную, э, то в принципе мы поняли, что... Наши обувных дел мастера были очень большими специалистами, то есть уже в 1810-е годы они прекрасно понимали общие тренды России, эта обувь соответствовала мод модным тенденциям Российской империи, они шили обувь разную для мужчин, женщин и детей. Обратите внимание, какие стелечки маленькие. Это обувь для ребенка 3-4 лет. Обувь шилась под размер, под конкретного человека, отличалась по разным атрибутам. Женская обувь очень часто имела сверху теснение. То есть кожу перед этим теснили, украшали. И если мужская обувь была достаточно грубоватой, то женская обувь, в общем, сейчас большинство из вас такой обувь бы надели. Она ничуть не отличается по качеству от того, что мы носим сейчас, и что, а по украшенности даже, наверное, она лучше будет. Много у нас сугубо индивидуальных вещей, Многие индивидуальные вещи, связанные с одеждой, пуговицами, застежки, это отдельная тема для разговора абсолютно. Мы пока, честно говоря, только начали все это каталогизировать. В основном это предметы 19 века. Есть вот у нас как раз та самая трубка с первой заводской. Есть абсолютно на наш взгляд шикарная находка, это зубная щетка 19 века. То есть вот эти вот дырочки, вот эти дырочки, это щетинки там вставлялись. Это говорит достаточно о большом внимании к проблеме зубов. Кстати, вполне понятным, когда антропологи из Екатеринбурга работали с нашими коллекциями из погребальных памятников города Кургана, то вообще они говорили, что в 18 веке состояние стоматологии у, гараж... у жителей Слободы было ужасающим. То есть многие из них не имели зубов уже к 40 годам. Там было характерно полное выпадение зубов. В 19 веке мы видим щетки. Явно отношение к зубам, отношение к стоматологии постепенно меняется. Вилки. Очень шикарная коллекция вилок. Как вы знаете, вилки приживались вообще очень долго. Не только в России вилки приживались во всем мире очень долго, потому что долгое время они воспринимались как атрибут, связанный с символом дьявола который, как известно, с вилами. Да. Вот. Но у нас вилки эти все в основном вторая половина 19 века и характерны и для горожан, и для крестьян, и для э, мещан. Есть у нас игрушки. Это бабки. Что такое бабки? Ага. Теперь утерянная уже игра э, типа городков. То есть, где выставляются бабки, где есть специальный биток, который кидается, бабки эти сшибаются. Это очень популярная игра, в которую на самом деле играли не только в 18-19 веке, в нее играли ну, судя по имеющимся у меня в коллекции фотографиям, вплоть до 1950-1960-х годов. То есть только после этого постепенно эта игра исчезает. Вот это бабки, которые выставлялись как раз для того, чтобы в них кидать и сшибать. Кто больше сшибет, понятно, тот и выиграл. Абсолютно отдельная тема для разговора – это раскопаны на территории города Кургана два троицких кладбища. Это кладбище 18 века, кладбище Слободские. Я о них сейчас долго рассказывать не буду, потому что это отдельная тема для разговора, абсолютно городские кладбища. Хочу обратить внимание, значит, это кладбище, которое у нас датируется приблизительно 1740-1750-е годы. Э -э, найдено конкретно вот эти вот э -э, могилы были тогда, когда рядом с памятником Натальи Аргентовской высаживали елочку знаменитую, которая потом быстро-быстро засохла. Вот под елочкой вот такое вот кладбище Троицкое. Значит, обратите внимание на то, что погребение в колодах, то есть не в гробах, а в колодах. Это цельно рубленные из деревянного ствола колоды, которые внутри выбирались и туда укладывалось тело. Эти колоды это очень архаичный признак, он характерен для, опять же, северо русских земель для 16-17 века. В, у нас и в Челябинске такие колоды доживают практически до конца 18 века, когда постепенно начинают заменяться гробами. В целом, в целом каковы возможные перспективы и результаты? Ну, первое, это установление более точных этапов развития города, в частности для 18 века, для слободского этапа. Второе, это новые данные о материальной культуре, о посуде городских обывателей. Третье. Новые данные о городских производствах, строительство, ремесло, стеклодувное направление в приоритетах торговли. Новые материалы по городской повседневности. Ну и потенциально мы бы хотели привлечь к нашим исследованиям специалистов по естественным наукам, чтобы и поработать по местной экологии, потому что есть у нас предположение Николая Ивановича Науменко, что те самые крупные стволы, которые мы находим, это стволы от последнего на территории Слободы лиственничного леса что это сейчас утерянная курганская лиственница. То есть мы бы хотели подключить и специалистов по вот этим наукам, и в том числе специалистов по климату, чтобы посмотреть, в какие периоды у нас был какой в городе Кургане климат. То есть потенциальных возможностей городской археологии колоссальное количество. И самое главное, что большинство наших находок это то, что мы не встретим ни в музеях, ни в архивах по разным причинам. Она характеризует именно массовый слой население города Кургана, который практически не оставил после себя следов в письменных источниках. Это то, что Аарон Яковлевич Гуревич когда-то называл «безмолвствующим большинством». Вот это безмолвствующее большинство начинает постепенно говорить о своей жизни через городскую археологию. Спасибо за внимание.